Здравствуйте! Сегодня я веду программу «Обзор телефона». Сегодняшний обзор телефона – это у нас LG KP500. Как видите, его не очень тонкий корпус. Да? Вот у него начнем с первого. Блокировка снимается вот так вот. Вы либо нажимаете на этот замочек, вот так вот он открывается, либо нажимаете вот на эту кнопку, вот так вот, оп, и она открывается. Дальше. Здесь есть часы и музыка. Ну, есть и такая штучка, где можно вылезать всякие. Убирать всякие эти. Вот такие вот всякие приложения. Но я не люблю много их. И еще можно встряхнуть. И все строится обратно. Вот такая еще функция. Тут два рабочих стола. Вот второй. Здесь можно добавлять имена всякие. Так, ну залезем в меню. Здесь у нас звонки. Тут всякое развлечение, здесь приложение, здесь настройки. Сзади у него 3-мегапиксельная камера. В руках он держится легко. И просто, вот смотрите, крышка открывается, так? Сейчас, подождите. Вот так вот. Раз. Мы опять ее так затолкиваем. Все, готово. Здесь еще такая палочка должна быть, но она у меня потерялась. Вот такой телефон. Цена уже снизилась до рекордной цены в 4500. Но раньше она стоила 8000. До свидания, с вами был Шестопалов Александр. Как помните, я вел программу «Все о машинах», и теперь я веду новую программу «Обзор телефонов». До свидания.